Здравствуйте, меня зовут Алексей Новиков. У меня веб-студия. Вот, я тоже был на семинаре Андрея Веселова по организации удаленного отдела продаж. Очень мне понравилось. Я с удивлением обнаружил, что, оказывается, можно через фриланс и другие удаленные сервисы не нанимать не только программистов, но и продажников. Вот. Очень подробно Андрей рассказал, на какие этапы и что именно можно им поручать. То есть я был удивлен. Вот. И как их, самое главное, контролировать, удаленных сотрудников. То есть как раз вот сейчас я собираюсь нанимать продажников. Это очень полезно, спасибо.